şuraya kadar yoğun avcumun olduğu yer. Buradan sonrası daha seyrelen bir ekim ve şurada bitireceğiz. Сейчас, которая она показывает, вот эта вот передняя часть, она говорит, в основном гуще будем делать на ту часть. Начиная, говорит, ну как бы после этой линии, на вторую часть, говорит, сделаем чуть меньше. Но это все равно, говорит, будет выглядеть красиво, не переменится. Она говорит, будем делать наравне с вашими волосами, чтобы вообще не было заметно. Önce kökleri alacağımız yere uyuşturacağız. Kökler alınacak. Anesteziyi именно в ту часть, где будет делаться процедура, вы говорите, ничего еще сосуд. Sonra üst tarafı uyuşturacağız, kanalları açılacak, en son aşama ekim aşaması. Поэтапно будем делать эту процедуру. Ortalama 6 saat kadar sürecek işlem. Примерно 6 часов будет это. Hazırsa başlayabiliriz. Просто переоденьтесь сейчас, я начну.